Привет всем! Превратить загородный дом или дачу в неповторимое пространство под силу любому. Достаточно присмотреться к тому, что тебя окружает. Например, мебель из веток, пня, невзрачной коряги получается уникальная и в то же время удобная мебель. Найти природный материал можно в лесу, на берегу, в собственном саду после обрезки деревьев или вытащить из воды. В зависимости от места обнаружения предварительная обработка сырья различна. Найденные на суше ошкуривают, очищают от подгнивших фрагментов, удаляют трухлявые слои вплоть до твердой древесины. Интерьер, содержащий мебель из коряг и веток, называется рустикальным. Некоторые считают его грубоватой, даже брутальной разновидностью в стиле кантри. Мы предлагаем вашему вниманию подборку необычных идей. Возможно, этот выбор для вас. Надеемся, что это видео было для вас полезным. Не забудьте написать комментарий, если вам понравилось. Приятного просмотра и вдохновения!